Внимание представителям и тренерам, спортсменам, у кого нет ношок на кимоно, можно подойти к столам, проверить эти ноги и получить ношишку. У спортсменов, у которых нет ношок на кимоно, можно подойти к проверке кимоно и получить ношишку. Спасибо. Татами 2 победил Благодарев Ахмед, уральский федеральный округ Челябинская область. Называется Абдулай Давид, уральский федеральный округ, Антоновский Никита, Приволжский федеральный округ. Готовится Султанов Аваян. Татарин победил Гарчуновик. Вызывается Саматов Тагир, Уральский федеральный округ.